Ребята, давайте же скорее открывать. Много чего. Вот эту красивую штучку. Гремит там что-то непонятно. Вот такой вот пакет. Давайте, ребята, откроем эту коробочку. Что-то непонятное, не могу понять, что это. 100 евро. Раз деньги, куча долларов и айфон. Не отдам мои доллары. Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои волшебные собачки. И сегодня, ребята, мы будем распаковывать ваши посылки и ваши письма, которые вы нам присылаете. Если вы еще не забыли, мы собираем целую стену ваших настоящих живых бумажных рисунков. Так что не забывайте их нам присылать, и любые ваши подарочки тоже. Адрес в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, жмите большой пальчик вверх и поехали! Письмо из города Мурома от Шишкиной Екатерины Сергеевны. Я думаю, что это браслетики для меня. Может, они все-таки для меня? Ты, Юми, хочешь забрать браслетики? Да, давай они будут мои. Нет, я сейчас прямо надену их на руку. А также здесь большое письмо от Кати. Мы его уже прочитали, да? Привет, Львовская область! Марта Галась или Галась. Я могу не совсем верно произносить фамилию. Я тебя знаю! Ух ты, сколько всего! Вот такое вот прикольное голубенькое оригами сердечко Magic Family. Софиша. И снова Софишка, красотка. А также очень красивое и аккуратное письмо. Самарская область, город Тольятти. Савенко Ангелина. С 8 марта, которое уже прошло. И всякие прикольные вот такие цветные записки и пожелания. Все в виде вот таких вот прикольных, очень похоже на закладки штучек. Юми, игруля, это про тебя. Наконец-то мой первый портрет прислали. А еще целое длинное письмо. И Эйва нас 23 февраля поздравила. Степа Бирюков, город Москва. Степа прислал письмо и вот такой вот прикольный рисунок. И у меня очень смешной нос. Степ, у меня правда такой нос, да? Сенина Елена из Орловской области. Класс! Ух ты, класс! Вот такие вот очень прикольные рисунки. Софи, Эйвен. Очень классный рисунок меня с моей любимой прической. Наша маленькая Юмичка. Мишенька, красотка. Офигенное письмо, как оформленное, как тетрадь. Для Magic Family. Очень круто. Мясникова Виктория, Орловская область. Предыдущее письмо с того же адреса. Они, видимо, вместе живут. Так здорово, девчонки, вы вместе живете. Стихотворение. Письмо лично для меня. А в письмо Вика вложила вот такую вот штучку. И нужно собрать собачку из вот этих вот порезанных листочков. А еще бультерьер. Рисунок Булечки, бультерьера, собачки моей мечты. Вот такая вот смешная картинка с котиком и прикольный плакатик с пандой. Спасибо тебе большое, Вика. Черепанова Даша, город Винница, прислала мне большое длинное письмо. Я обязательно его прочитаю. Алина Парфенова, город не указан. Вот такие вот прикольные сердечки. Такой вот рисуночек. Очень красиво оформленное письмо. Если читаешь это на видео, то скажи им, ставьте мне лайки. Так сказала сделать подписчица Алина. Хе-хе-хе. Вот такие вот прикольные стикеры-смайлики. И вот такой вот большой прикольный рисунок из надписей. Город Астрахань, Леонова Евгения. Полезное лакомство, шоколад молочный с воздушным рисом для собачек. Рисунок Юми, Миша, Эйвен, Софи и, видимо, ее собачка Лёля. И вот такая вот картинка со мной, а сзади письмо. Город Барнаул от Прикапьевой Алины. Я надеюсь, я правильно прочитала фамилию, могла ошибиться. Очень тоже прикольно оформленные вот такие вот рисунки. Миша, Юми, Эйвен, Софиша. Красивое письмо и вот такая вот маленькая штучка. От Поповой Ангелины. Опять город Барнаул. Написано «Я». Поздравления с 8 марта. Нас. Видимо, ее черепашка Пузырик. Еще картинка с надписью, не скажу какой. И красиво оформленное письмо. Город Махачкала, Дагестан. От Пашаевой Лейлы. Я так понимаю, Пашаевой. Надеюсь, правильно сказала. Внутри вот такой вот рисунок. Открытку с 8 марта. Такой красивый сверток с письмом. Аня и сердечко. А еще воздушный шарик. А что такое воздушный шарик, мам? Давай снимем про них видео. Город Калининград. Топорова ММ. Энни Мэджик, мой второй канал. Это, наверное, Лаки беленькая. Очень красивая открытка и два письма. Нургалиева Диана. Город Екатеринбург.
Екатеринбург. А внутри очень много всего. Большое письмо, рисунок Софи, Миша и Васик, и Юми. А еще я. Город Курган, Лазарева Галина. Сова вырезанная. Вот такие вот сердечки. Рисунок меня. Юми, не ешь сову. Еще одна вот такая вот картинка собачки. Ай, вывалились сердечки. И такая штучка, из которой выпало много сердечек с нашими именами. Разукрашенная лисичка и письма. Колодец Полины, Ростов-на-Дону. Полина нам прислала вот на таких маленьких бумажечках, уронила пожелание. И письмо, вот письмо, такой вот рисуночек. И письмо. Зырянова Мария, город Лысьва. Большой конверт, а в нем еще один конверт. Вот такой вот красивый фиолетовый конвертик. Я у нее кладу вот эту красивую штучку. Такую, какая она не видит. А в конверте у нас самому лучшему на 23 февраля, я так понимаю, это Эйвону. Мой мини-портрет, фотография Маши, вот такой вот красивый блокнотик-сердечко и письмо. Артем Иванов, город Жигулевск. Не заметила. Вот такое вот красиво оформленное письмо. Закрасил целый лист красками. Юми, откуда ты взяла этот браслет, а? Ребята, чей-то браслет, видимо, выпал из письма, и я его не заметила. Вот такой вот салатовенький. Юми его сейчас грызла, она его стащила откуда-то. Я пока его надену себе на руку. Домашнего Екатерина, город Курск. Ух ты! Вот такая вот черно-белая фотография Эйвона, Софиши, Юми и Миша. Распечатанное прям текстом письмо. Город Смоленск. Гертман Ангелина. Вот такой вот надпись, рисунок Энни Мэджик. И личное письмо. Казакова Елизавета, город Каменск. Что тут у нас такое? Ой, что-то падает. Я надеюсь, Юми ничего тут не сворует опять у нас. Так, что тут такое? Я вот это вот себе возьму сейчас. Это надпись фиолетовая. Она вложила вот такой вот маленький смайличек. Валентинку прислала нам. Бумажка фото с собачками, но как-то фото с собачками тут почему-то нету. А еще письмо с рисунком Миши. Устюгова Виктория, город Иркутск. О, какое большое! Вот такой вот огромный рисунок. Миша с Софи, Эйвон и я в цветной шапке, а Юми пока еще нету тут. Вот такой вот красивый рисунок, я так понимаю, Миши и Эйвона. Юми ушла к маме с папой. Толкачева Настя, город Ульяновск. Юмичу, иди ко мне. Все собачки в роли людей, и я в роли маленькой коричневой собачки. Очень классно ты придумала. Я только сейчас поняла, я отгадала. Софи и Эйвон. И Миша, если бы они были котиками, точно. Эйвон котик, Софиша котик и Миша котик. И значит, Юми тоже котеночек маленький. А также, конечно же, красивое письмо. Из города Тимашевск от Канаева Максима. Максима, я помню тебя, Максим Канаев. Он поздравил меня с 8 марта вот такой вот красивой открыткой. И еще одной маленькой открыткой. Дорогой Ане от Максима, желаю успеха, счастья, добра. Только меня поздравил. Максим. Тищенко Дарья из город Балашиха. Конверт сделала вот такой вот красивый. Да, это ты. Вот такая вот красивая Юми. Очень большой конверт, я так думаю, с рисунками из Тольятти от Кабашкиной Виктории. Надеюсь, что я правильно прочитала фамилию, Вика. Сердечко вот такое вот маленькое выпало, да, Мишаня? Красивое письмо. Вот такой вот рисунок для нас. И вот такой вот черный листок. Что же это за черный листок такой? Это листок, чтобы рисовать, но необычно. Надо царапать, например, линейкой или стеком для пластилина. Вика, спасибо, я обязательно попробую. Еще один большой конверт пришел нам из Казахстана, город Алматы. Прислала нам это все Серик Адия. Фигурка. Вот такой вот самодельный блокнотик с котенком. Рисунок меня, Энни Мэджик. Еще один рисунок, только у нас всех уже Энни Мэджик и все собачки. Письмо, личное письмо и еще одно поздравление с 8 марта.
Спасибо, Адия, большое! Город Раменское, Елизавета Жигалова. Вот такую вот красивую открытку, а также вот в таком вот завернутом красивом кулечке, не рисунок даже, а распечатка нашей фотографии, письмо и вот такой вот коллаж с нами. Рисунок Миши красками. Деревягина Анна Николаевна. Поселок Ревда. Там что-то интересное, что-то непонятное. Не могу понять, что это. Что-то объемное. Вот бы отгадать. Похоже на какой-то поводок, что ли. Не знаю. Самодельная папочка, которую Аня сделала сама. А внутрь она вложила вот такой рисунок меня. Я так понимаю, это Миша, это Юми, это Эйвен и это еще раз Эйвен Сурикатик. Конечно же, письмо. Еще два браслетика для меня. Это Аня сама сделала собачьи игрушки. Похоже очень, что она сделала их по нашему DIY у канатиков. Это от Даши из Минска. Вот такая вот коробочка. Ребята, давайте же скорее открывать. Что же вот в этой коробочке? В самой коробке куча надписей. Следуй номерам на конвертах. Это очень важно. Конверт номер один. Здесь мы его расклеиваем. Письмо. Итак, открываем конверт номер два. Фотография с Дашиной собачки Джессики. Цветок. Милая кошечка. Вот такой вот еще один цветок. Эйвен, Софи и Миша. Дашина кошка Мася, номер 3. На нем написано, что это наклейки «Ледниковый период. Новая серия». Классные наклейки нам прислали. Конверт номер 4 называется «Ням-ням». Лакомство для всех. Софи, держи. Мишеньке. И Васику. Номер 5. Подарки. Браслет для меня. Спасибо большое. Вот такой вот красивый цветок из картона. Вот такая вот игрушка. Миш, это тебе. Письмо. Заколочки. Дальше у нас идет вот такая вот волшебная коробочка. А внутри, что же это такое? Интересно. Ух ты, смотрите, ребята. Вот такой солдатик. А здесь самые разные камушки. Этот камушек для Анечки. Вот этот для Эйвана. Этот для Миши. И этот для Софи. У нас теперь есть набор именных камней для каждого из нас. Только у Юми теперь нет камушка. Следующая посылка у нас от Качатри Евы из города Москва. Что такие же там красивые у нас браслетики. Да, Миша, у меня вот такие вот красивые браслетики подарили мне. А в этой посылке у нас опять много чего. Вот такие вот прикольные стикеры. 4 листика. В мою тему блокнот с собакой. Браслетик, конечно же. Я сейчас его тоже снова одену. Давайте, ребята, откроем эту коробочку. Да, да, мам, да? Давай, открывай. Посмотрим, давай, мам, открывай, что там внутри. Что там? Пока неизвестно, что. Красивая статуэтка собачки. Да, смотрите. И, конечно же, в посылке письмо. Я что-то сейчас подумала, что надо было нам вот так распаковку посылок снимать, как сейчас я снимаю. Тоже у нас следующие посылки из города Лиски от Гукова Юлии Владимировны. Не очень тяжелая, но и не легкая. Гремит там что-то непонятно, как будто крупа. Вот такой вот пакет. Сердечки чьи-то, Мишель и Юми. Похоже на какую-то одежду. Это и есть одежда. Какой классный костюм. Мне кажется, это, наверное, твой размерчик, да? Миша, наверное, он будет великоват. Ну, какой прикольный. Конфетки. Но конфетки не вам, вам нельзя. Это мне конфетки. Еще одно сердечко, только для Эйвана. Вот такое вот красивое маленькое сердечко и мячик. Юля прислала мячик, и теперь этот мячик будет постоянно в роликах. А он, кстати, по размеру больше подходит Юми. Но Юми уже спит, у нас уже вечер. Красивый рисунок Эйвана. Письмо. Две упаковки лакомств Миша нам прислали. В посылке Юли оказался конверт для котика антибиотика, но он закрытый, он такой тяжеленький. Передам ему. Ведь еще никто пока не отправлял подарки не Мише, Ивану, Софии или Юме, а котикам, хомячкам или кому-то из других животных. Еще одна коробочка от... Снова от Гетман Ангелины, город Смоленск. Уже второй раз. Давайте открывать еще одну посылку от Ангелины. Вот такой вот красивый подарок. А в подарке еще вот такая вот игрушечка. И вот такой вот снова браслетик. Давай скорее открывать.
письмо, тетрадочка для меня, еще одна тетрадочка с Юрком, вот такой вот портрет и Васика. Снова мой портрет нарисовали. И Ангелина сделала нам всем вот такие вот прикольные надписи. Лучшие, люблю вас, Эйвен, Мэджик, стишки. А еще вот такая вот красивая картинка Magic Family. И личное письмо. Если я правильно поняла, город Днепр. Ярик Омай Мещенко для Magic Family. Тут тоже очень много всего в письме. Софиша там уже что-то учуяла. Вот такой вот рисунок, надпись Magic Family. Красивое письмо. Вот такая вот украинская денежка. Картинки. И вкусняшка, витаминный микс для собак, которую все учуяли, как я поняла. Письмо из города Тайшет от Пучковой Евгении. Женя прислала вот такой вот прикольный мой портрет. А еще прислала нам даже 100 евро. Это очень приятно. Это на счастье и на удачу. Также она прислала вот такую вот прикольную открыточку. Грызть ее нельзя. Магнитик Байкал и само письмо. Спасибо тебе. Город Муром. Никитина Мария Владимировна. Ух ты, сколько здесь всего. Браслетик еще один мне. Вот такой вот прикольный желтенький. Браслетик одену на правую руку. Вот в такой вот коробочке оригами с сердечком. Разные наклеечки. Фишка вот такая вот. И очень много всяких разных картинок. Прям много-много. А еще вот такое вот красивое письмо. Раз деньги, два деньги. И еще куча долларов и айфон. Юми съела твои деньги, Маша. Не отдал мои доллары. Маша прислала нам вот такие вот прикольные 100-долларовые купюрки. А Юми их хочет съесть. И одну уже откусила. Мои доллары. Ластик в виде айфончика. Юми хочет съесть твой айфон. Очень приятно их получать. Присылайте еще адрес в описании. Подписывайтесь на наш канал, если вы впервые. Ставьте большой пальчик вверх. И увидимся. Пока!